Ну, я начну, я всегда начинаю. Супруга меня всегда заканчивает очень быстро. Что вам сказать? Мы второй раз в Черногории. Первый раз в этот благословенный край нас забросила судьба и некая фирма, которую я оглашать сейчас не буду. Край замечательной фирмы, очень плохая, но в этот раз нам понравилось все. Во-первых, ребята, Радомир и Елена, огромное вам спасибо, от сердца спасибо за столь радушный прием. Настолько красиво, настолько внимательно, настолько все быстро, ответственно, профессионально. Так что я всем рекомендую обращаться к этим замечательным ребятам. Мы находимся сейчас на экскурсии. Экскурсию тоже рекомендую. Сочетание необыкновенных просто видов с вариантом старой истории, с вариантом необыкновенных построек. Очень вкусно накормили, кстати. Тоже рекомендую. Хорошие ребята русские. Вкусно готовят. Так что приезжайте, звоните, не пожалеете. И отдельно хочу сказать, необыкновенное впечатление, неизгладимое, может, впечатление оставила, Лен, именно вот ваша экскурсия с потрясающим тембром голоса, с прекрасно поставленной речью, с необыкновенно просто глубочайшими познаниями истории Черногории. Получили просто истинное удовольствие от этой и экскурсии, и от общения просто с вами. Поэтому всем рекомендуем поехать на экскурсию и просто, говорится, побыть в этом краю под руководством прекрасных людей, Радомира и Елены.